Крупный торговый центр, павильоны пестрят яркими вывесками, предлагая вещи с ценниками, которые устроят самого непритязательного покупателя. От такого разнообразия глаза разбегаются. И если хорошо поискать, то можно найти товар с вполне узнаваемыми логотипами. В фирменных магазинах он стоит значительно дороже, а тут все дешево и сердито. Контрафакт продается быстрее, и если на его качество клиент, как правило, закрывает глаза, то продавцы стыдливо смотрят в пол, отвечая на вопросы полицейских. В данном случае на витринах торговой точки обнаружилось около 400 единиц товара с явными признаками контрафактности. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров, контрафактной одежды и обувь изъяты». Денис Желтов, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.